К сожалению, даже региональные выборы – это все фарс. Естественно, победит партия власти. Другого быть не может. При всех потугах разных сил это бесполезно. И вообще выборы, они превратились в фарс, и они уже сейчас становятся просто посмешищем. Огромные деньги выкидываются просто на ветер, и люди не понимают, зачем они нужны. Нужно просто назначать. Как Иван Ильин в свое время говорил, наш великий философ, надо выбирать не выбором, а перебором. Перебирать надо людей и выходить хороших наверх, от плохих просто отказываться. Другого выхода у России просто нету. От этой системы, навязанной нам Западом, пора уже отказаться. Даже слово «президент», оно не русское, да? Оно на что-то похоже такое, не очень красивое, на одноразовое. И вообще, выборы — это то, что... Знаете, Иисус Христос был распят большинством, по-демократически, все проголосовали, говорит, распни его, распни. И его распяли. Пора от этого уходить. Нужно просто народное, хорошее вече и народная демократия.